Моя мама хочет приватизировать квартиру, но у нас большой долг по коммунальным платежам. Подскажите, пожалуйста, как лучше все оформить и может ли помешать сделке существующая задолженность? Самый хороший совет в этой ситуации – не иметь задолженности по коммунальным платежам и своевременно их оплачивать. Приватизировать эту квартиру возможно. Есть несколько путей для достижения этой цели. Администрация муниципального образования идет гражданам навстречу. Они разрешают приватизацию этой квартиры с дальнейшим погашением этой задолженности. Также можно продать эту квартиру, причем покупатель и продавец заключают между собой договор о переводе этого долга. И в данной ситуации также возможно эту квартиру приватизировать и продать. Приватизировать ее будет собственник. Покупатель оплачивает по этому договору, оплачивает задолженности по коммунальным платежам. И в дальнейшем проходит сделка купли-продажи.